Предлагаем вашему вниманию новый туристический комплекс бизнес-класса. Респектабельный отдых на берегу Голубых озер. 3 5-звездочных отеля. Развитая инфраструктура. Охота и рыбалка. Парковка на 500 автомобилей. Высочайший уровень сервиса. Лучший в Европе аквапарк и дайвинг-центр. Комплекс одновременно вмещает 1500 клиентов. Блестящие перспективы на рынке международного туризма. Круто! Cool. Очень талантливо. Sehr talentvoll. Wir möchten gerne, dass ihr es gerade hier bauen. Мы хотим, чтобы вы построили это вот здесь. Красивое место. Наверное, какой-то заповедник, да? Что ты все время бьешь? Я просто сказал. Проблемы? Никаких проблем. Давайте договор. Keine Probleme. Geben Sie den Vertrag. Wir wollen gerne in einer Woche anfangen. Мы хотим начать строительство через неделю. Давайте договор. Geben Sie den Vertrag. Ja, gut. Нет, нет, благодарю. У нас свои. Корпоративный стиль. Ты уверен? Молчи и улыбайся. Ну, господа, поздравляю вас с удачной сделкой. Ich gratuliere Ihnen, meine Herren, zu einem guten Geschäft. Благодарю. Danke. Кстати, а как проект будет называться? Wie soll das Projekt heißen? Белые росы. Белые росы. Читай. Был такой фильм. Да? Не знаю, не видел. Надо будет глянуть. Очень хорошее название. Вот зря ты ее прикармливаешь. Ведьма она. Бабка ее была ведьма. И она ведьма. Еще накличет какую заразу на тебя. Полечка не ведьма. Одинокий ребенок, она понял. Вот у меня бывает. Поясницу заломит, она рукой проведет. И смотришь, сразу полегчал. Может, она и будущее видит, а? Может, и видит. А ты что, Струк, простыл? Пойдем, я тебе настойку свою дам. Пойдем. Пойдем. Аллергия у меня. До тебя. Иди, иди, не бурчи. Ну и зачем подписали? Мы же не занимаемся землей. Значит, займемся. И что, теперь ехать в эту дуру? Может, позвоним сначала председателю и все, а? Там люди живут. Сначала с ними все нужно решить. Много? Да там два старика. А ты мог сначала все узнать, а потом договор подписывать? Трус не играет в хоккей. Поехали. Ничего не трус. Ирен, я соболезную. Мне очень жаль. Не стоит. Я не любила его. Видимо, он знал об этом. В чем дело?
Он ведь оставил мне все состояние. Все капиталы вложены в дело. И? Это новый проект. Строительство туристического комплекса в красивой и перспективной стране. И что? Вам придется или заняться этим делом самостоятельно, или передать его знающим людям. Если хотите, я могу. Nein. Нет. Ich übernehme M selbst. Я займусь этим сама. Значит, стажа работы нет, поэтому оклад будет небольшой, без набора. Ты что, основной? Артем Николаевич, подпишите, пожалуйста. И 2 недели испытательного срока. Артем Николаевич, прошу прощения, у нас проблемы с 3 объектами. Ничего страшного. Из-за задержки поставок мы не сможем сдать их в срок. Добрый день. Оттягивайте сроки. Но по условиям договора мы обязаны предоставить... Подожди. Ну сколько можно ждать? Очень. Сергей Григорьевич. Анна Ивановна. Очень приятно. Аня. Скажите, что мы в командировке. Спасибо. Очень приятно. Алло, группа Кирилл, добрый день. Ну, придумайте что-нибудь, пообещайте. Банк звонит. Что? Кто-кто? Банк! Оля, мы уехали, нас нет. Артем Николаевич! Прошу прощения, будьте любезны. Вы анкету заполнили? Нет. Заполняйте. Хорошо. Хорошо. Вы сошли с маршрута. Плохие условия приема. Потеряна связь со спутниками. Да расслабься ты! И правда, только 2 дома жилых. В какой сначала? Ну да. Давай разделимся. Подожди, а что, один пойдем? Быстрее начнем, быстрее уедем. Блин. Здравствуйте, друзья! В эфире лотерея «Моя удача». Самый увлекательный и самый легкий способ стать миллионером. Удачи, удачи. Напоминаю, что в этом тираже разыгрывается квартира в столице. Кто же это счастливчик? Ему-то нет. Выиграл билет, проданный в Минской области. Поздравляю победителя! Ждите у себя наших представителей, которые торжественно вручат вам заслуженный выигрыш. Покупайте билеты лотереи «Моя удача» и становитесь миллионерами. Больше билетов, больше удачи, больше выигрыша. Здравствуйте. Вы? «Моя удача»? А? Несомненно. Как быстро. Да. Спасибо. Мне нужна ваша подпись. Конечно. Добрый день! Я представляю благотворительную организацию, которая предлагает вам переехать в более комфортные условия, в частный пансионат в черте города. Эта услуга вам предоставляется совершенно бесплатно. Вы будете находиться на полном обеспечении. Взгляните на фотографии. Вот. Шикарные номера, со всеми удобствами. Видите, просто как на курорте. Вот здесь вы должны будете Минуточку. Написать... Пожалуйста, садитесь. Спасибо. Свое имя, Конечно. Фамилия, отчество. Вот здесь вот свой адрес Конечно. И паспортные данные. Паспорт? А, сейчас, сейчас. Паспорт. Ага. У меня есть паспорт, конечно. А ты не жулик? Кто я? Конечно, нет. Спасибо. Пожалуйста. Ой. Вы пожилой человек. Вам просто необходимо подумать о спокойной старости. А что здесь? Автобусы не ходят. Связи с миром никакой. А серьезные люди возьмут это все в свои руки, построят здесь современные отели, комфортабельные курорты.
Чего земле пропадать? Все будут довольны. Спасибо. А у вас там в городе весна уже пришла? В смысле? Аисты прилетели? А, не понял. Не знаю, не видел. Давайте подпишем документы. Петр Демьянович Струков. Минуточку. Безвозмездно передаю свой дом с землей и всеми хозяйственными постройками Русаченко Сы и Бородищу. А минуточку. Безвозмездно передаю свой дом с землей и всеми хозяйственными постройками Русаченко Сы. Что-то я не понял. А какой мой выигрыш? А я разве не сказал? Место в доме престарелых. Что? Что? В телевизоре говорили, квартира в столице? Не знаю, я ничего такого не говорил. Но если вы здесь все снесете, куда же ему лететь? Кому? Аисту. У него же здесь гнездо. Извините. Значит, нет? Значит, вы все там? Здесь. Нашли дурачка. Поставь мой стул на место! Заныкали! Подарок фирмы. Мою квартиру в городе! По-другому поговорим. Валим отсюда. Подписал? Нет. Ну, поехали. Здравствуйте, фрау Хольц. Рад вас видеть. Добро пожаловать. Добрый день. Немного местной культуры для вас. Очень хорошо. Добрый день, гости, просим вас милости, просим вас милость. Хорошо спеваем, хата запрошаем, хата запрошаем. Добро пожаловать. Угощайтесь хлебом с солью. Чем богаты, тем и рады. Willkommen. Alles, was wir haben, teilen wir gerne mit Ihnen. Lassen Sie sich schmecken. Не советую, фрау Хольц. Это лучше не пробовать. Еще отравитесь. Своих родных, близких, друзей и знакомых, присылайте письма в нашу редакцию, и мы обязательно передадим им ваши теплые слова. Семейный очаг важен для каждого из нас. Внимание и забота близких людей придают нам силы и уверенности в себе. Не забывайте своих родных.
Они ждут ваших поздравлений и верят, что вы помните и любите их. Вань, ну сколько можно? Ты уже третью работу за месяц меняешь. Мы этот кредит никогда в жизни не выплатим. А почему ты не можешь, как все? Где-то промолчать, где-то улыбнуться, где-то подарок подарить. Ну что делать? Жизнь такая. Вань, слушай, а вообще ты мог свое дело открыть? Угу. Ну серьезно. Бизнес. А? Да я лучше в грузчики пойду, чем буду как эти. Да. Ой. Нормальную работу найди. Устала две смены пахать. На дежурство, мам? От всегда, доча. Папулечка, добрый вечер. Здорово. Все, до завтра, борщ в холодильнике. Угу. Пока-пока. Слушай, ну тебя-то на работу взяли, а? Да. Надо было надавить на него, а не сисюляля. Что ж ты сам не подписал, если такой умный? У меня особый случай. У меня старик из ума выжил. Ему аисты мерещится. В следующий раз один езжай. Понял? Завтра, чтобы всем как ты. Деловой. По второму кругу поедем. Ага, разбежался. Галь, вы опять дежурите? Простите. От хронического недосыпания у женщин появляются морщины. Ну все, хватит. Давай переезжать. У нас знаешь, какие врачи? Ухоженное все, удобство. Мама, и самое главное, что я буду рядом. Нет. Вася сюда вернется, а меня нет. Как он тогда? 20 лет уже ждешь, не вернется отец. Мама. Господи. Галюня, я точно знаю, он придет. С ним просто что-то случилось. А ты бы своего Ваню ждала бы. А теперь куда? В детский дом. Гуманитарку разгрузим, потом дальше. И много вы так за день обещаете? Хватает. Интересная у вас работа. Если правильно себя вести, еще и прибыльная. А это что значит? Еще из деревни, что ли?
Здравствуйте. Привет. Привет. Так, что это у нас там сегодня? Как обычно, тряпки, куклы. А буржуи жмутся, как всегда. Стой! Что? Это ко мне в кабинет. Простите, а почему ты к вам в кабинет? Это же ведь дети. Коля, это кто? Новенький. Он что, дурак? Похоже. Это вы мне? Так, ящик поставил. Коля, разберись. Тебе что, больше всех надо? А, я понял. Вот оно, это ваше прибыльное дело. Сволочи, воруйте. Да короб. Не отдам. Отдай. Не отдам. Отдай! Подаюсь. Петр Демьяныч! Петр Демьяныч! Пенсия! А? Иду, иду. Зинаида. Вот же ж, красавица ты, Зинаида. Мне его говори. Во, видишь? Расписывайтесь. С тобой? Ведомости. Отцвели уж давно хризантемы в саду. Мою удачу брать будете? Ну, давай 20. Вот. Так, где мои билетики? Вот. Ладно, давай 50. Это дело. 45. 49. 50. Ну, удачи. Не сглазь только. До свидания. Здорово, Ходос. Здравствуй, сосед. Значится так. Слушай сюда. Дело есть. Ну? Ты ж с нашей этой ведьмой давно дружишь. Она не ведьма. Погоди ты, погоди. Погоди. Вот. Видал? На всю пенсию купил. Теперь точно выиграю. Ну, понял. Она ж наперед все видит. Может, выигрышный билет указать. Давай так. Ты меня с ведьмой звонишь, а я тебе 1% от выигрыша. Ну? Что? Мало? Ну, 2. Ну, 3. 3. 3%. Ну, доволен. Она не ведьма. А ты дурак. Алло, Рус. Алло. Я не понял, ты где? В городе. Мы же договорились в деревню ехать. Опять? Нет, это без меня. Серый, ну первый класс, вторая четверть. Меня вчера там чуть не убили. Я морально подавлен. Все. Балбес. Господи, господи, прости грехи мои чашки. Ой, мама. Ой, 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 ой.
Здрасте. Добрый день. Я представляю благотворительную организацию, которая предлагает вам переехать в более комфортные условия. Я на дом престарелых не согласен. Ну ладно. Тогда давайте я этот дом у вас просто куплю. Это не... А сколько дадите? А сколько вы хотите? 500. Что такое 500? А 1000 дадите? А где? Вы определитесь. Все, я определился. 5. Я даю вам 3. И подписываем договор, да? Да. Спасибо. А это что? А что вы говорите? Это я, не убирался я давно тут. Песочек тут, насыпался что-то, зацепится кровочный. Андрей здесь больше не живет. Как ты к своему богатею сбежала, он из города и уехал. Понятненько. А я уже 20 лет как бабушка, вот так. Ну, а как Василий твой? Василий в начале 90-х уехал на заработки и пропал. Я сама виновата. Заставила его. Знаешь, какое время было тяжелое? Ведь ни денег, ни работы, ничего. Дуры мы с тобой. Дуры. Дуры. Рыбашки спрятались. Они крутили, как сделали. Чего тебе? Я тебе рыбы свежие принес. А, хорошо. Поставь туда сам. Иди, ну иди, ходишь, иди. Я прошу тебя, иди. А чего ты сидишь на полу? Заболеешь? Закаляюсь я. А что это у тебя там? А ну, вставай. Где взял? Дом продал. Ведьмин. Кому? Бизнесмену. Какой же ты струк-то. Недалекий человек. Они же потом тебе... Твою дурацкую голову открутят. Это у тебя просто завитки. А я на эти деньги всю лотерею куплю и к тому времени в город уеду. Свою собственную квартиру. Ах. Тебе лечиться надо.
наркоман. Ты крутая, нет, да? Да. Зато я выгляжу моложе. А я умнее. Ключи от моей машины давай мне домой. От моей? Не дам. Кладите руки. Махуй! Что, испугали, что ли? Нет. Не бойтесь. А я вас погреюсь. С вашего позволения. Ну что, далеко к вам? Что? Где вы живете? Может, приютить? Вас? А у меня родители дома. Родители, это... Ну тогда ко мне, у меня никого нет. Ну, быстро такси поймаем и все. Да правда. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Побежали, побежали. Осторожно. Ой. Ванюш, привет. Галя. Галюнь, ну, в общем, я опять без работы. Прости меня. Совсем. Не могу больше. Как? Галя, как же? А, ну вообще-то правильно. Правильно, все правильно. Ну, давай, уходи, уходи, все верно. Найдешь себе богатого, умного, красивого. С галстуком, с Мерседесом будет тебя возить к морям. Все правильно, уходи, все верно. Все правильно, счастливо. Стой!
Смотри, летит с небес звезда. Лови дыхание мое, прощаясь с небом навсегда. Растает след ее, как тает сердце мое, как тает сердце мое. Пусть гаснут звезды, их свет теперь живет в глазах твоих. Сто пятьдесят. Что-нибудь должен? 150? Да. Алло? Здравствуйте, Мария Павловна. Ванечка, доброе утро. Как там, девчонки? Все хорошо. Проснулись уже? Твоя Галюня уже убежала. А Аня? Что-нибудь дрыхнет еще? Аня, она что, не у тебя? Алло. Ванечка, ну что ты молчишь? Ваня, что случилось? Алло. Доброе утро. Извините. Где Аня? Аня! Аня! Папа? Аня! Ну и где ты была? А? Ты где ночевала? У начальника дома. Что?
Это у которого из двоих? У Русаченко. И что он тебе сделал? Ничего, он отдал мне деньги. Деньги? Приехали. Пап, ты... Мы уже за деньги ночуем. Понял, пап. Где этот начальник, а? Пап, подожди. Где этот начальник? Где ваш начальник? А? Я говорю, начальник ваш где? Ох ты. Папочка, не надо. Ты за кого ее принимаешь, а? Папочка, пожалуйста, пойдем, ты все не так понял. Вы все не так поняли. Что я так понял? У тебя все серьезно или как, а? Чего? Чего? Просто попользовался и все, что ли? Да я ее впервые в жизни вижу. Что? Да она работает у тебя. Вы давно у нас работаете? Все, хватит. Слышь ты мне тут дурака-то не валяй. Если еще раз ее обидишь, я тебе голову оторву. Понял? Понял. Спокойно, спокойно. Я тебе голову снесу. Понял. Я понял. Оля! Кто это? Да нормально, все нормально. Да ты-то иди. Тебе-то они ничего не сделают. Пусть только попробуют. Влюбилась, что ли? Влюбилась? Что, в него, что ли? Ну, иди, иди. Здравствуй, Полечка. И к тебе приходили. Бедная моя птичка, влюбилась. Мое почтение главе сельсовета. Я к вам с хорошей новостью. Ой, ну зачем это? Не стоило. Есть повод. Один участок уже наш. О, вот это дело. Вот это я понимаю. Молодцы, ай, молодцы. Знаете, в наше время надо спешить, потому что будешь плести еще раме хвосте. Бели, роси. Интересно. Вот, пожалуйста, согласие первого жильца на снос дома. И, Федор Иванович, мы были бы вам крайне признательны. А что это за название вот такое? Сквирил. А, это белка. Крутимся, как белки в колесе. В современном мире нужно крутиться, чтобы как бы... А, то есть, чтобы не плещить вообще, да? Да. Так вот, мы были бы вам очень признательны, если бы вы нам помогли как можно скорее решить вопрос и со вторым жильцом. Дело в том, что он настроен крайне недоброжелательно. Это, как сами понимаете, тормозит и сроки, и... Одну минуточку. Угу. Документы не в парадке. В смысле? В прямом. Не Струков это дом, а Щират и Полины. Об этом все знают. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Даже не удостожились сразу знать. Все бегом, все бегом. Я не понял. Вы сначала хлебните столько, сколько мы хлебнули, а потом уже эти
это самое, носы задирает сейчас. Может быть, все-таки можно как-то поправить? Документы надо переделать, чтобы все было по закону. Что ж, мне опять все начинать сначала? Ничем не могу помочь. Пока. Так это, может быть, теперь чаю? Я мигом, одну секунду. Успокойся! Я ненавижу тебя! Взаимно. Добрый день. Guten Tag. Прошу прощения за опоздание. Ich bitte um Entschuldigung für meine Verspätung. Meine Herren, ich möchte Ihnen gerne den Generalinvestor von Belier-Rossi vorstellen, Frau Ehrenholz. Господа, разрешите вам представить главного инвестора проекта Белые Росы, фрау Ehrenholz. Добрый день. Очень приятно. Frau Holz ist mit dem langsamen Gang unseres Geschäftes unzufrieden. Frau Holz недовольна, как медленно идут наши дела. Sie haben einen soliden Vorschuss erhalten. Вы получили солидный Jedoch аванс. Haben Sie bis jetzt gar nichts а ничего geschafft. Еще не сделали. Falls wir den Baubeginn verschieben, если мы отложим сроки начала строительства, verlieren wir großes Geld. Мы потеряем большие деньги. Und darum werden Sie schuld sein. И в этом будет ваша вина. Frau Holz, дайте нам еще одну неделю. Переведите. Geben Sie uns noch eine... Нет. Два дня. Если через два дня земля не будет нашей, вы оплатите все расходы в тройном размере. Время идет быстро. Я хотела бы посмотреть эту землю лично. Организуем. Будь, а? Что делать? Что делать? Поехали. Андрей Федосович, мы пришли с миром. Вы, Андрей Федосович, нас неправильно поняли. Ну не хотите вы продавать землю? Не надо. Живите себе на здоровье. Не надо. Никто вам слова не скажет. Вообще не скажет. И соседу вашему скажете, что нам ничего от него не нужно. Вообще не нужно. Вставай. Посидим, поговорим. Правда, Андрей Федосович, мы просто пришли подружиться. Давайте выпьем мировую. Ну, давайте. О, Петр Демьянович, как хорошо, что и вы здесь. Ну-ка, давайте, выходите. Присоединяйтесь, Петр Демьянович. А? Хорошо. Ну что ж, мир, так, мир. Оп. Ну, присаживайтесь. Да, это, конечно, очень красиво. Только я лучше со своим. Спасибо. Стояночка, не твоих деликатесов. Не надо, хватит. Наелся по горло. Я теперь вот ихняя, качественная, культурная попробую. Правильно? Попробуй. Ну, как говорится, будьте здоровы.
Закусывай, сгоришь. Можно? Да, пожалуйста. Вот если бы, дорогой Бодя, в вашем санатории так кормили, так я без разговоров бы сразу. Федор Демьянович, там еще лучше кормят. Это что, это сухомятка? А там первое, второе, третье, ланч, бизнес, полдник и все деликатесы. Он наш. Давайте по последней. Да. Давайте. Наша программа подходит к концу. Мы желаем вам хорошего настроения. За успех. И пусть в вашей жизни будет нашего общего и светлых дела. Дней. Да? Да. Ну. Игорь, ты что там подмешал? Мы же твои бормотухи никогда так не косили. Ты молодец, что? Молодец, непривычки. Уложить надо. Ну да, ну да, конечно. Проветришься, может. Извините, пожалуйста, кушайте, кушайте еще. Будь они наши. Осторожненько, осторожненько. Ходос на диванчик твою. Костюмчик не по мне. Дорогой, наверное. Вот так я их сделал. Все. Все готовы. Сейчас мы все подпишем. Сейчас мы ключики. Сейчас. Сейчас. Сейчас, где тут мои документики? Сейчас мы все закончим. Сейчас мы все подпишем. Вот они. Документики мои. Доброе. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо вам. Вот, принес ваши документы. Пожалуйста.
Ну, я готов. Так, чего? Поехали, ребята. Доброе утро. Петр Зимьянович, присаживайтесь. Давайте чемодан. Присаживайтесь. Спасибо. Что? Завитки берете? Дурак ты, Петр. Сам дурак. Вот захочешь же ко мне тот санаторий, а мест нет. Не рыдай тогда. Езжаешь. С Богом. До свидания. Хотите устроить сюда родственника? Нет, 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 я сам хочу устроиться на работу. Понимаете, дело в том, что у вас здесь работает моя жена, и я хотел бы, чтобы мы были вместе. Галина? Да. Вам что, ее дома мало? Обычно Джон на работе отдыхает. Странно. Голова не болит? Да нет. Слушай, вообще как новенький. Не помнишь, мы там ничего лишнего не сболтнули? По-моему, нет. Да какая разница? Самое главное, дед подписал. Одной проблемы меньше. Мне эта ведьма уже в страшных снах снится. Надо с ней как-то поскорее. Подошлем врача к ней. Какое надо заключение даст? У тебя такое есть? Нет. Ну какие проблемы? Любому заплати, он сделает. Ну. Слышь, машину здесь больше не ставьте. Вон там у ворот. А здесь люди гуляют, между прочим. Старички. Не ори. Ах ты хамло. Не ори. А ну, стоять! Здрасте! Здрасте. Слушайте, я вашу дочь не увольнял. Что? Она это, она сама. Ну, что это, она сама? Сама ты грешила. Что? Да сейчас, подожди. Я это, еще ей могу и прибавку сделать. А, да. Это за какие заслуги? За хорошую работу. В смысле, вы ей передайте, что она может возвращаться. Ну, на работу. Просто, пускай работает спокойно, ее никто не тронет. А может, объяснишь себе, что вам? Вот гаденыш. Что же ты не возвращаешься? Тут такие дела творятся. Мира и покоя не хватает. Ну, прилетай уже.
Зря ездите. Тут ничего не продается. Ого. Ты один? Один. И я одна. Зачем приехал? Здесь бизнес. Понятно. Успехов тебе. Будь здорова. Спасибо за чай. Позвольте. Скажите, пожалуйста, в лотерею моя удача смотрите? Под настроение. Хорошо. Приходите ко мне сегодня. Вместе посмотрим. У меня отдельный номер. Что вы? Это же неприлично. Что люди подумают? Так, а при чем тут люди? Мы же не в деревне. Давайте мы с вами сегодня на ароматерапии встретимся. 8. Ой, ой, хорошо. Вот же ж красота. Лучше, чем вживую. Мы должны найти под строительство другую землю. Warum? Почему? Mir gefällt dieser Standort nicht. Мне не нравится это место. Dies ist aber kein Grund. Это не причина. Das Grundstück ist günstig. Место выгодное, на мой профессиональный взгляд. Der Generalinvestor bin ich aber. Но главный инвестор по-прежнему я. Wir haben gleiche Anteile an diesem Projekt. Мы с вами в равных долях в этом деле. Und ich werde auf dieses Grundstück bestehen. Я буду настаивать на этой земле. Es gibt so viele Probleme damit. Слишком много проблем с ней. Für mich. Для меня.
Нет неразрешимых проблем. Значит, все-таки ушла. Ну и ладно. Все решила само собой. Очень-очень нужна эта работа. Очень-очень. Я уже повысил вам зарплату. Не надо, это не обязательно. Мне и так нормально. Я все равно повысил. Через час буду. Угу. Поехали, я врача нашел. Да, как договорились. Нет, ничего не забыл. Поехали. Я не могу. У меня дела. Секунду. Какие у тебя могут быть дела? Важные, очень важные дела. Да, еду. Балбес. Что такое? Неврология в порядке. Жалобы есть? Нет? Не разговаривает она. Сожми ручку. Живет одна в антисанитарных условиях. А я не вас спрашиваю. А вы сейчас будете за ложный вызов платить. На улице меня подождите. Понял. Так. На меня смотрим, смотрим. Чуть-чуть. Глазки покажи. Ага, хорошо. Ну что? Все хорошо. Так забираем или нет? Я не вижу основания для госпитализации. Она совершенно здорова. Доктор, подождите, доктор. Подождите, секунду, я прошу вас. Да стойте! Доктор, вы не поняли. Очень нужно. Да уберите вы это. Я врач, а не. До свидания. Подождите. Ну, подождите. Ну, давайте договоримся. Погодите, давайте договоримся. Ну сколько вы хотите? Ну сколько? Блин, блин, блин! На, бери. На, тут много. Может быть, мне хоть с тобой сегодня повезет. Нет? Что, мало тебе? Да здесь в 20 раз больше, чем стоит твоя дыра. Бери! Нет. Я так и думал. Ты что ж за день-то такой сегодня? У одного дела. У второго клятва Гиппократа. У третьего аист. Почему вы не можете жить, как нормальные люди? В чем проблема? Черт знает что. Можно купить права. Можно купить диплом. Любой человеческий орган. Люди продают и покупают все. Они даже покупают участки на Луне. Почему твоя земля не продается? Ладно. Тебе же хуже. Я никогда не проигрываю. Полину украли. О, Ходос! Сколько зим, сколько лет. Еще не забыл, как по отчеству. Надо участковому заявить. Тихо. Немедленно. Тихо. Что случилось? Не, на все, иди домой. Это все из-за меня. Я ж не знал, что они на ней отыграются. Это,
Это моя вина. Тише ты! Ну что ты кричишь? Выпей водички. Или может что-нибудь так? А, нет, все. Значит, смотри. Никто никого не крал. У нас все по закону. Она переписала свой дом на фирму товарищей Русаченко и Бородича. А сама добровольно переехала в этот приют для одиноких людей. Там полный пансион. Все чисто. Сейчас. Вот. Я бы, Ходос, на твоем месте тоже не выпендривался. Хорошие люди предлагают уютное место. Соглашайся. Ведь лучше же это, журавль в руке, чем это щениться в небе. Я понял. Дай мне адрес этого приюта. Вот это молодец. О, это мудрое решение. Пожалуйста. Счастливого пути. Да. Нина, ты что здесь? Спехомагазин. Ой. Не бойся, моя хорошая. Вы можете идти. Говорю, можете идти. Идем. Нормально, приняли, поехали. Что-то не так. В смысле? С этими людьми. Какая разница? Главное дело. Зря мы во все это ввязались. Тебе что, этих стариков жалко? Или эту немую? Ну хорошо. Хорошо, Рус. Давай откажемся от этой сделки. Давай. Заплатим неустойку, продадим квартиры, продадим машину и будем всю жизнь работать на долги. Ты на это готов? Что-то я сомневаюсь, что ты на это готов. Рус, трус. Ничего не трус. Просто, мне кажется, ты переходишь все границы. Что ты несешь? Да ты... Ты всю жизнь за моей спиной прятался. Ты на моих способностях себе карьеру сделал. Ты даже в школе у меня постоянно контрольные списывал. Ты без меня никто, Рус! Ты бы еще детский сад вспомнил. Натянули улыбочки. Все забыли. Поехали. Я лучше за своим столиком. А, ну да-да-да, конечно, конечно. А, так может мы после погуляем, а? После я не могу. У меня приятного после аппетита. После процедуры. О, ну, что чушь.
все хорошо. Дышится хорошо. Оля, куда ты? Олюшка. Я не знаю, как пройти, тут все по-хорошему. Олюшка. Скоро на обед. Скоро на обед. Ходос. О. Ходос. Как ты? Выкупи меня. Я домой хочу. Я прошу тебя, Ходос, но не могу я здесь. Не помогу, то мне больше здесь, Ходос. Что мне с вами делать, родненький, а? Что ж ты, струк, Полина, всю жизнь меня не слушаешь? Петр Демьяныч! Все поперек. И эту бедолагу сюда затянул. Вы почему расписание не соблюдаете? Обыскалась вас обед же. Дядька Андрей? Антонина Ивановна, ну прошу вас, такая ситуация. Ничем не могу помочь. Но что же делать, если им здесь плохо? У нас не может быть плохо. Это специализированное учреждение, соблюдены все мировые стандарты. Так ведь не стандартные они у меня, простые. Все люди одинаковые. До свидания. Постой, дядька Андрей. Да постой же. Ну что так убиваться-то? Ну что, они родные тебе? Чужие, да. Но выходит, ближе, чем свои. А свои совсем позабыли. Выходит, чужими стали. Кажется, вы имеете проблему с нашим делом. Дайте мне еще один день. Заканчивайте эту шпиль. Игру. Не в деньгах дело.
деньги решают alles. Не здесь. Решите этот вопрос любой ценой. Вы не имеете другой выбор. Поедем со мной. У меня большая квартира в Берлине. 12 комнат, пентхаус. Но, пожалуйста, поедем со мной. 12 комнат? И я потеряюсь там. Здесь мое место. Да за что держаться? Да брось ты все. Ну, поедем, ну, пожалуйста. Дом мой здесь. Не могу я. Ты не понимаешь, Андрей. Они на все пойдут. Они сотрут тебя в порошок. Ты что, с ними? Кобра. Прости. Всего хорошего. Как же ты изменился, Андрей? К худшему. Ты позвонила? Может, у меня дела какие-нибудь? Никогда. Бодя, что случилось-то? Мы должны сжечь эту деревню. Чего? Хватит сопли жевать, у нас остался один день. Я все придумал. Будет выглядеть как настоящий пожар, никто не подкопается. Подожди, подожди, ты шутишь, да? Подожди. А как же Ходос, этот Андрей Федосович? Мы же с ним за одним столом. Мы же... Не будет деревни. Не будет Ходоса. Ты со мной? Или нет? Стой! Ходос, Андрей Федосович, это мой дед. Подпишите. Я не понимаю, зачем вам это нужно, лишние рты. У вас муж, ребенок. Мать пожилая. Проблем по горло. Это не проблемы. Это моя семья. Подпишите. Ну, как хотите.
Спасибо. И все-таки это странно. Он мне сразу, Саша, он мне сразу не понравился. Я тебе говорил. Говорил ведь. Морда такая холеная. Избалованная. Я думал, он хороший. Думала она. Ты тоже молодец. Что ты молчала, как рыба? Я не знала, папа. Не знала она. Что? Что делать будем? Что делать, что делать? Ну, ладно, поехали, давай, все. Ну, хватит, хватит, хватит. Все, давай, 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 давай! Аня! Да, да подождите! Да я помочь хочу! Деньги есть? Есть. Ладно, поехали. Тебе говорил. Что ты вцепился в эту землю, как клещ? Тебе что, другой нету? Нету. Почему? Я не понимаю, почему? Не могу я. Аист должен прилететь. Ты что? Ты что, издеваешься? Да он себе давно уже другое гнездо свил. Птицам по барабану, где жить. Он забыл тебя, понимаешь ты? Забыл! Темный ты. Он не мог забыть. Не могу я отступить. Понимаешь? Не могу. Уйди. Любви в твоем сердце нет. А без любви нет человека. Я знаю. Сам таким был. Ой, смотрите, яичня затела. Хорошо-то как. Оля? Что? Что такое? Оля! Да пошло оно все. Оля! Оля!
Господи! Что ж ты, Бозя, творишь-то? Что ты творишь? Ты ж друг для меня был! Хватит. Ты ж все для меня, Бозя! Ну все, брось его! Ты все, ну пусти! Ты... Что ж ты наделал-то, а? Ты... Ну все, успокойся. Господа, я намерена отказаться от своей доли в этом проекте в вашу пользу. Но взамен вы отказываетесь от этой земли. Заманчивое предложение. Durch das Geld. За те средства, что предлагает вам фрау Хольц, вы сможете купить любую землю an jeden Ort des Planeten в любой kaufen. Точке планеты. Wenn Sie einverstanden sind, если согласны, bitte diese Papiere пожалуйста, подпишите эти бумаги. Ich könnte ihre а я мог бы вести ваши дела. Что заставило вас принять такое решение? Любовь. Либо. Да зрата им доверил это дело. Не поплывут они никуда. Плывет! Плывет же!
Это я. Маруся, я пришел. Все бы ты, моя гармошка, пела переборами звеня. А тому, кому какое дело, что на сердце у меня. По белу свету ходим, бродим в поисках любви, но установка изначально не продешеви. И как павлины распускаем яркие хвосты. Часы, машины, клубы, яхты, вечные понты. У нас в контактах тысячи придуманных друзей, и мы на веру пеших принимаем за ферзей. Для нас уютный дом — это один сплошной дизайн. Для нас свобода — это быть всегда онлайн. Все ведь как у всех. Карьера, уважение, финансовый успех. Но только все это не греет, не дает фидбэк. Бесцельной жизни нам назад не отмотать пробег. Пока не поздно, нужно срочно все и всем менять. Успеть найти свою любовь и многое понять. Вернуть реальность жизни пульс, успеть себя вернуть. Морозцы белые, у нас в любви и правде путь. Поживем.